примере Чешмекевской школы, что Судакон не отвечает за свои действия, крышу снесло, и сегодня мы не можем найти конец края. Поиски виновных по лицею села Чешмекевы могут длиться долго. Они уже завершаются. Да. Приходят. Хотелось бы получить информацию, все-таки прошел практически месяц. Смерть прошел 4 июня. Прошел почти месяц, и практически никаких работ не ведется. Хотелось бы получить информацию, на какой стадии находится. Потому что учебный год не за горами, время летит очень быстро. По ремонту крыши я сплачу. Во-первых, когда ремонтировалась крыша, не знаю, вас вообще не было проектно-сметной документации. Это первое. Проектно-сметную документацию мы завершили. Вчера исполком за счет средств резервного фонда были выделены средства для того, чтобы рассчитаться с проектно-сметной документацией. Она есть. Сейчас на данном этапе мы ведем работу, в том числе и с подрядчиком, который сам это ремонтировал, не строил эту крышу, чтобы полностью за счет подрядчика эту крышу восстановить. Срок 1 сентября крыша должна быть, должна быть установлена. Есть определенные моменты, то, что касается именно основания данной крыши. Потому что те работы, которые были произведены подрядчиком, и с согласия, в том числе и Примарии, согласия, в том числе и лицеев, может быть, согласия и Судакона, они должны были произвести. Потому что крыша не устанавливается просто на простых балках. Нет никакого основания, на которое эти балки должны крепиться. Она просто крыша шатровая, она при таком свежем ветре взлетела, и без никакого основания, конечно, эти объекты не должны строить. Основная задача сейчас первая. Это восстановить блок Б. Там три блока. Блок А, блок Б, блок С. Основная задача восстановить тот блок, там, где слетела на самом деле крыша. И, ну, в прямом смысле слова. И для того, чтобы завершить эти работы, есть проектная документация. Конечно, тот проект, который был предоставлен, который мы видим, мы не будем по тому проекту именно вкладывать те средства, потому что там около 2 миллионов, более 2 миллионов для ремонта всей крыши. Будет на первом этапе, и самое срочное нужно будет именно восстановить блок Б. Но мы работаем с подрядчиком и используем все инструменты, в том числе и законного судебного характера для того, чтобы они восстановили то, которое они делали некачественно. Но вина здесь не только на подрядчике. Чтобы вы понимали, уважаемые депутаты, вина в том, что середина 80-х годов, когда эта крыша была, начало 80-х годов, когда эта крыша была установлена, она еще тогда не была установлена согласно нормативу. Крыша была, покрытие было, кровля была из шифера. Сейчас это запрещено. Вся кровля, все кровли сейчас металлочерепицы. А для металлочерепицы есть другие стандарты, которые есть. Вопрос в том, чтобы это сделать очень быстро. И здесь лично наша просьба, чтобы в кратчайшие сроки, если определенные работы по данному объекту, если нужно будет организовать определенный тендер, потому что есть законы, но закон о закупках позволяет без тендера проводить работы в случае, если форс-мажор. При форс-мажоре возможно делать работы экзистенты. Можно воспользоваться этим пунктом, я сообщаю открыто об этом, чтобы не затягивать процесс и как можно быстрее отремонтировать кровлю, крышу, лицей, селенчатый. Основная проблема – это блок Б. Проектно-сметная документация готова. Примерно мы знаем, какая стоимость будет. Сегодня у нас есть встреча с строительно-подрядными организациями всей Гагаузии, на которой мы будем рассматривать все вопросы, которые касаются смет, касается вопроса строительства, касается вопроса организации госзакупок, потому что вопрос очень важный.